Далее мы приходим к следующей теме нашего эфира. Тележурналисты России против войны с Украиной. Как бы это сейчас удивительно ни звучало, потому что мы знаем позицию, по крайней мере, какую высказывают тележурналисты в России. Но, тем не менее, далее будем рассматривать эту тему глубже. Итак, бабушка с советским флагом, как новый символ пропаганды в Российской Федерации, Анну Ивановну сделали героем, хотя сама она россиян ненавидит. Посмотрим. Бабушка с советским флагом встречает российских военных. Или не российских, или не военных. А может, и не встречает. Так, я запутался. В одном из сел Харьковской области навстречу украинским военным с советским флагом в руках вышла бабушка. Во, встречает бабушка. Видите, с красным флагом. Вы нас ждали? Конечно. Ждали, да? Очень ждали. И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Давайте мы вам дадим продукты. Вам же надо. Позже выяснилось, что она перепутала их с российскими. Но ничего страшного, бывает. Можно только представить, какой ужас эта бабушка пережила. Солдаты дали ей гуманитарку, а флаг аккуратно изъяли, ведь он запрещен законом. Ну и все. Казалось бы, конец истории. Но нет же. Спустя месяц по всей России и даже на временно оккупированных территориях ей начали ставить памятники. Бабушка с флагом СССР в руках, в валенках и старом костюмчике стала новым знаменем и в то же время оправданием перед россиянами, зачем их военные вторглись в Украину и убивают мирных жителей. В Костромском парке Победы открыли памятник бабушке. Увековечили в граффити на одной из стен Екатеринбурга. Там ее силуэт отбрасывает тень памятника «Родина-мать». В горячем ключе школьник слепил ее фигурку из пластилина и выставил в сеть. В Воронеже ко Дню Победы откроют скульптуру из дерева. В Белгородской области появился огромный баннер. Его вывесили на площади химиков в Шебекине. За спиной бабушки – солдаты, отдающие честь. Кремлевские политтехнологи намертво вцепились в этот образ. Ведь, кроме прочего, это также объясняет россиянам, почему жить бедно, но идейно – это круто. Этот символ борьбы с фашизмом, знамя Победы, и теперь добавился еще один символ. Бабушка Анна. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России. Пример. Но точно не для этого чиновника и других долларовых миллионеров, приехавших в Мариуполь открыть очередной прижизненный памятник бабушке. Вот, посмотрите на дом Анны Ивановны. А теперь на особняк чиновника, который говорил что-то там про пример гордости и все такое. В этом все они. Это Анне Ивановне, того, кого она так ждала, прилетела до подвір'я. После этого она, я думаю, поменяла свою думку про перебування російських військ на території України. Після того, як на подвір'я Анни Івановни влучила російська міна, її звідси до міста було евакуйовано українськими бійцями. Російська пропаганда настільки нелепа, що робить героїв із тих, чиї житті поламала або уничтожила. Вот, к примеру, Анна Ивановна. Она сейчас находится в одной из харьковских больниц и проклинает россиян за разрушенный дом. Но ведь она же их встречала, а теперь проклинает. Ой, опять запутался. Если коротко, бабушку россияне любят и делают из нее героя. А сама же бабушка их ненавидит. Ведь она спокойно себе жила при, как говорят русские, националистах, а тут пришли освободители и разбомбили ее дом. Россия пошла так с войной на нас. Очень паршиво. Я не думала, что вот так будут громыхать нас. Ну, то зато вы теперь знаменитость. Лучше бы знаменитости не было, а и войны не было.
и моей знаменитости, чтобы не было. А вот как она объяснила свой поступок. Просто хотела защитить себя и свой дом. Думала, что поздравить россиян, что пришли, чтобы сказать, чтобы больше не громили тут, а мирно решали вопросы. Ну а вообще, как выяснилось, российской пропаганде все равно, кого и куда лепить, лишь бы смотрелось. Кстати, пользуясь случаем, хочу вам показать своего деда. Спасибо за победу, дедушка. Олег, да хватит врать! Что значит хватит? Им можно, а мне нет? Обратили внимание? Да-да, оказывается, по версии Первого канала, Бонни и Клайд воевали во Второй мировой. Смотритесь. Мой милый, если б не было войны. Они настолько глупы, что, не проверяя информацию, вместо реальных ветеранов на экране показали первую попавшуюся черно-белую фотографию. Молодцы! Чтят память дедов. Пацаны, вообще, ребята, классно. И после такого вы все еще верите российским каналам? Не нужно. Доверяйте проверенной информации. Кстати, мы пользуемся исключительно такой. С вас лайк, подписка, а от меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока. Скажу сейчас банальные вещи, но на самом деле мы живем в то время, когда информации очень много, иногда чрезмерно много. И каждый уважающий себя человек в любом случае проверяет то, чему он доверяет. Поэтому, друзья, в который раз просто призываем вас проверять информацию и делать это не единожды и даже в нескольких источниках. Ну, а в Российской Федерации это делать сложно с особой, очень сложно, потому что там по факту информационный вакуум. И как добиться альтернативной информации, либо как понимать, где пропаганда, а где нет, будем искать такие сценарии с нашим следующим гостем. Иван Преображенский, кандидат политических наук, политолог, колумнист Deutsche Welle с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, видим, вы так вздохнули, такое ощущение, что вы уже сами устали от этого количества российской пропаганды. Смотрите, давайте разбирать каждый факт по российской пропаганде за последнее время. Вот эта бабушка Анна Ивановна, это бабушка, которую просто боготворят в Российской Федерации за то, что она вышла встречать военных с советским флагом. Хотя по факту она просто таким образом себя защищала, как она сама сказала в комментарии. Скажите, почему Российская Федерация цепляется за абсолютно любую такую информационную повестку, за любое, где можно хоть что-нибудь взять для себя? О чем это говорит? Ну, очевидно совершенно, что это говорит о том, что на временно оккупированных территориях поддержки за пределами той зоны, которая давно уже зачищена, тех районов отдельных Луганской и Донецкой областей, собственно, Луганска и Донецка, не встречают они. То есть ситуация по сравнению с 2014 годом, когда многим казалось, что все не так однозначно, радикально изменилась, и сейчас любой повод, который позволяет сказать, что кто-то где-то их там поддержал, и при этом это был не бывший депутат регионал, условно говоря, нет, и не человек, про которого сразу всем понятно, что он просто хотел извлечь какую-то материальную выгоду из этой поддержки, она минимальна. То есть таких случаев практически нету, и поэтому они так ухватились за историю с этой бабушкой, развили ее в миф. Другое дело, что о том, что вся эта история миф, большинство россиян сегодня не знают, потому что пропаганда продолжает работать, а они продолжают массово, скажем так, не иметь желания получать какую-то альтернативную информацию или искать ее, потому что им так просто проще. Вот часто Кремль пытается перед своими же гражданами, перед гражданами Российской Федерации, я имею в виду, вменять жителям Украины то, что мы не уважаем и не чтим память героев. Тут имеется в виду героев Второй мировой войны, и либо мы как-то не так чтим. Вместе с тем, вот
в выпуске программы моего коллеги мы увидели, что там на огромном экране была фотография Бонни и Клайда как пример дедов и бабушек, которые воевали. Но неужели в огромной России никто не заметил такое? Либо вот настолько слепо доверяют, что даже абсолютно не проверяют информацию, абсолютно не закрадываются какие-либо сомнения? Ну, давайте представим себе рядового телезрителя, который, в принципе, ничего не проверяет. Он получает эту информацию даже не в виде информации, скажем так, а это просто для него картина мира. Это то, что он потом будет ретранслировать, абсолютно не критично. Ему так гораздо удобнее, так он и делает. Ну, а все, кто хоть чуть-чуть информацию проверяют, они, конечно, это увидели, в том числе и, собственно, сами пропагандисты. Но пропагандисты в России – люди абсолютно циничные, и истории вот подобного типа, их идет просто вал каждый год на 9 мая. То здесь опубликуют танки вермахта под видом советских, то там опубликуют американский истребитель под видом советского и так далее. История на самом деле в России в том-то и дело. Действительно, Украина, скажем так, чтит не так в том плане, что в Украине все это не превратилось в такой архаичный первобытный культ предков, что произошло в Российской Федерации на самом деле. И вот эта вот вера в непогрешимость предков, она позволяет делать практически все, что угодно, и никто не напрягается перепроверять в этом смысле информацию. А профессиональных историков, так же, как и журналистов, заткнули, и по ним существует несколько отдельных уголовных статей, которые позволяют в любой момент привлечь их там за, условно говоря, сравнение нацистской Германии и Советского Союза, что, естественно, при любом историческом исследовании на эту тему. Но сравнивать нельзя. Значит, по сути дела, запрещено любое объективное историческое исследование на тему Второй мировой войны, в частности. В последнее время заявления некоторых чиновников российских, военного руководства Российской Федерации настолько глупы и нелепы, что в них даже не верит большинство работников телевидения. По информации интернет-издания «Инсайдер», 10% сотрудников РосТВ только поддерживают войну в Украине и считают, что это реально спецоперация и реально борьба с нацистами. Многие продолжают продвигать ложь про ситуацию в Украине и оправдывать свои действия тем, что не видят для себя иного выхода. Давайте услышим. Среди людей, которые работают на нишевом телевидении, есть три категории. Первая – люди технократического склада, которые просто делают свою работу. Вот это вот. Отстаньте от меня, это мой участок работы. Я его выполняю и особо не погружаюсь. Мне зарплату платят и все. Вот их подавляющее большинство, примерно 70%. Еще 10% – это отбитые, угорелые люди, у которых их надо давить вперед. И еще 20% – это те, кто резко против происходящего в Украине. Я вижу примерно такую картину. То есть я правильно понимаю, вот если брать медийщиков за внимание, это просто безвыходность, им просто больше некуда идти, и они больше ничего не умеют делать. Именно поэтому они поддерживают так называемую спецоперацию, борьбу с нацистами, неонацистами, неофашистами, я не знаю, как они только украинцев не называют. Ну, в большинстве своем это просто люди, давно очень потерявшие совести, абсолютно сознательно занимающиеся своей работой, понимающие, что это пропаганда. Большую симпатию в данном случае, пожалуй, внушают даже откровенные сумасшедшие, которые честно считают, что то, что они делают, это правдиво. Но таких, я думаю, что там даже никакие не, там, не 15%, а просто отдельные единицы. Потому что работа в российских официальных пропагандистских медиа – это особый отбор, который шел очень давно. Там могли на технических должностях остаться люди, у которых вдруг могли проснуться, ну, как бы некие базовые основы морали и нравственности, условно говоря, по крайней мере, так утверждала вот госпожа Овсянникова, которая в итоге в Германию эмигрировала и неплохо там устроилась сейчас. Но в целом это люди абсолютно циничные, которые считают, что без них это государство не обойдется, что нигде, тут вопрос не в том, что они не смогут нигде работать,
Куча журналистов из нормальных изданий работает кем попало, и потому что они не могут заниматься своей профессиональной деятельностью. А пропагандисты просто считают, что они нигде больше не заработают. Это совершенно другой подход. И тот же текст, который вы сейчас процитировали, он, по сути дела, сводится к тому, что если бы какая-нибудь Польша, ну, то есть вот это вот сразу покровительственное имперское отношение к кому угодно, нам бы устроило хорошие комфортные условия, мы бы, пожалуй, туда переехали. То есть это полная, наглая, абсолютно уверенность в собственной незаменимости, в том, что они действительно профессионалы и могут делать что угодно, могут превратить черное в белое. Но если вы хорошие бабули нам заплатите за это, мы сделаем белое белым снова. Убеждение это, кстати, абсолютно ошибочное, потому что россиянам пропаганда как пропаганда на самом деле не пробирает. И пропаганда чудовищная и топорная. Вопрос в том, что россияне принципиально не хотят слышать реальную информацию и готовы употреблять любой бред, который придумают им эти пропагандисты, значительная часть которых тут тоже надо добавить, это объективно так, работает на разных психостимуляторах, потому что нормальному человеку очень тяжело сохранить себя и не превратиться непонятно во что, занимаясь тем дерьмом, которым они занимаются. И вот я хочу еще кое-что процитировать. Аннексия Крыма, 8 лет войны России против Украины на Донбассе, тысячи убитых и тысячи покалеченных жизней не стали поводом для многих пропагандистов, которые понимают реальную картину ситуации, оставить свое дело. Ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева только уже после полномасштабного нападения России на Украину уволилась и уехала из страны. В интервью Media Insider Гильдеева рассказала, как госканалы работают по методичкам сверху. Послушаем. Очевидно, что все центральные каналы работали по одним и тем же методичкам, по одним и тем же темникам. Я, допустим, не получала доступ на специальные совещания, где эти методички раздавали, раздавали указания. Нам их только спускали, это не секрет, в общем. Это было и прежде, но просто в последние годы, когда стали закручивать гайки, это стало очень заметно, стало очень бросаться в глаза. И вот тут вы уже сказали, что у большинства просто нету совести, а быть может, некоторые уже верят в то вранье, которое сами же и распространяют. Я думаю, что все-таки внутри самой пропаганды практически никто действительно в него не верит. И они, возможно, будут на вопрос прямой отвечать, что да, они верят, просто потому что им так проще. Плюс к этому там идет массовое стукачество, естественно, и сидят сотрудники соответствующих спецслужб в обязательном порядке, которые контролируют процесс, чтобы ничего не вышло из-под контроля, так как это произошло с Овсянниковой. Это все-таки исключительный случай, когда человек смог пролезть в прямой эфир центрального телевидения и что-то там показать и крикнуть. И, соответственно, люди правды не говорят. Вот самая лучшая характеристика к российской пропаганде и к тем, кто там работает, это фраза из известного фильма «Кин-дза-дза» советского: «Какой умный человек на плюке правду думает». Вот они, может быть, даже и не думают этой правды, но они ее прекрасно знают. Точнее так, они знают, что они занимаются ложью, что все, что они делают, так или иначе, это ложь. А в чем правда, их, в общем, не особенно волнует, потому что нас и здесь неплохо кормят. Вот их логика. И, конечно, там, может быть, есть единицы людей, которые чувствуют себя как бы как со стокгольмским синдромом, как заложники. Но это абсолютное меньшинство и среди технических работников, потому что столько лет шел негативный отбор, что вот эти вот истории про указиловки, темники и так далее, которые спускаются – это же история, на самом деле, из начала 2000-х годов, 20 лет приблизительно, чуть-чуть, может быть, меньше, потому что активно это пошло после Беслана, чуть меньше 20 лет, приблизительно 18 лет, все это происходит. Но о чем можно говорить? Человек, который проработал все последние годы на российском государственном телевидении или не государственном формально типа НТВ, но абсолютно государственном, это человек, потерявший на самом деле, ну, практически вообще представление о человечности.
То есть человек, который точно должен быть денацифицирован, точно должен быть пожизненно лишен права заниматься какой-либо общественной или публичной деятельностью в случае, если что-то изменится в Российской Федерации. Потому что человек, у которого полностью распалась система как бы морально-этических представлений о том, что хорошо, что плохо, его исправить уже практически невозможно. Это даже не убежденный нацист условный, расист, как угодно мы это можем назвать, фашист, да, который честно верит в то, что он делает. А это человек, который всегда будет повторять вот эту вот пропагандистскую российскую схему. Он в демократической новой России, условной, если она будет построена, будет работать точно по такому же принципу. И мы видели в Российской Федерации, к чему это приводит, когда все эти внуки Молотова-Риббентропа, как господин Никонов, из ультрадемократических политических комментаторов превращаются в неофашистских депутатов Государственной Думы и руководят фондами «Русский мир». Знаете, если у российских журналистов, при том, что они знают и понимают правду, не всегда хватает духа, я не знаю еще чего, бороться с пропагандой, то с этим удачно справляются украинские хакеры, например, которые просто уничтожают в прямом смысле слова сами платформы, на которых эту пропаганду размещают. На днях украинские кибервойска получили самую большую победу. Они взломали Рутюб. Это провластный российский видеохостинг, но можно догадаться, с названия, он позиционировался как замена YouTube. Но вместе с тем YouTube же не закрывают. Как вы считаете, почему все-таки все еще существует в России доступ к YouTube? Не видят угрозы, либо на самом YouTube достаточно пропаганды, которая противопоставляется, по мнению Кремля, качественно контрпропаганде. Вот как обстоят дела с YouTube? Ну, насколько я представляю, это действительно стратегическая позиция не блокировать до последней возможности YouTube, потому что YouTube используется ими как пропагандистское оружие, в том числе в отношении самих россиян, но в значительно большей степени для расширения, скажем так, возможностей пропаганды, для того, чтобы использовать его разными небольшими группами на разных языках, которые работают, но поддерживают Кремль. Существует стратегия, разрабатывавшаяся последние там как минимум 2-3 года. Ей руководит формально бывший сотрудник президентской администрации управления по национальным проектам Алексей Гориславский, тот самый человек, который в свое время самый популярный российский новостной портал «Лента.ру», после того, как оттуда была уволена независимая редакция, приводил, так сказать, в подданство Кремлю, а на его счету много других подобных историй. И существует такая организация «Институт развития интернета», куда он в свое время перешел. Это организация гигантские, многомиллиардные бюджеты сейчас. Она массово скупает тех блогеров, которые потеряли доходы из-за ухода рекламодателей, из-за того, что теперь западные платформы российским блогерам, пользователям и так далее никаких отчислений не дают. Остался огромный класс достаточно влиятельных людей, которые не уехали, многие из них, но при этом потеряли в значительной мере свои доходы. И вот им компенсируют эти деньги. Они заключают договоры, этот Институт развития интернета, о сотрудничестве с ТикТоком, например, и так далее. То есть существует заранее подготовленная, нет, достаточно развитая и хорошо финансируемая программа по захвату, скажем так, платформ видеоконтента. А Рутюб – это немножко другая история. Это делают люди, которые, в отличие от Гориславского, привыкли воровать, что называется, на убытках. То есть люди, которые создают изначально ущербные и убыточные платформы, нет, и добиваются того, чтобы в России даже не пропаганда боролась и контрпропаганда, а просто все было запрещено, и был только один официальный контент, который одобряется изначально Кремлем. Это немножко разные позиции, и, к сожалению, наиболее эффективна, конечно, позиция вот этого подкупа и проактивного пропагандистского наступления. В первую очередь надо бороться с ней, но с ней, к сожалению, вот так эффективно, как хакеры это делают, бороться гораздо труднее.
с ней можно бороться только даже не контрпропагандой, а просто правдой, чем, надеюсь, большинство русскоязычных СМИ за пределами России занимается. Очень громкая, очень мощная была кибератака на Рутуб. Как вообще в целом удалось IT-армии, так называемой, сделать так, чтобы сломать всю эту, весь этот видеохостинг? Давайте посмотрим далее в коротком видео. Ренату Абдрузякову, администратору Рутюб, запомнится на всю жизнь дежурная смена в ночь с 8 на 9 мая. Около 4 утра он заметит внештатную работу системы и начнет ее проверку. Но следующим сюрпризом станет невозможность получить управление системой. Его пароли не подходят, а на глазах началось удаление контента видеоплатформы и модуля инфраструктуры. Но дальше хуже. Еще через 15 минут администратор Ренат понимает, что не может покинуть серверную, так как его карта заблокирована, как и карты всех других сотрудников. А поэтому, когда главный администратор Рутюб экстренно прибывает в серверную, он также не может попасть в нее. Плюс спустя 2 часа руководство Рутюб решается на физический лом в серверную. Но к этому времени мы уже уничтожили всю инфраструктуру видеоплатформы, как внутреннюю, так и внешнюю. Удалили десятки гигабайт информации, снесли все системы, виртуализации баз данных, контент-конвертер, систему поиска контента, рекламный модуль, системы распределения нагрузки, управления всей инфраструктуры Рутюб. Также удалили все системы документооборота, всю внутреннюю информацию администратора и сотрудников. Мы продолжим борьбу за доступ к правде. На связи была IT-армия. На связи была IT-армия. Именно на этих словах заканчивается данное видеообращение, данное видео. Скажите, пожалуйста, вот для Российской Федерации потеря таких видеохостингов, как вы считаете, очень сильная? Это очень болезненно, с учетом того, что это был базовый альтернативный видеохостинг, и те, кто лоббировал полное отключение YouTube, рассчитывали, что к концу этого года можно будет YouTube заменить действительно для россиян на Рутюб и таким образом практически создать замкнутое информационное пространство. С учетом того, что давайте напомним, что в России заблокированы Instagram и Facebook, и, соответственно, никаких базовых зарубежных социальных платформ для россиян в этом случае просто уже не остается. И, конечно, это была бы такая герметичная, тоталитарная история, которую сейчас они технически, скорее всего, себе позволить не смогут и будут использовать по-прежнему YouTube, где им надо будет бороться с реальной информацией, с правдивой, что для людей, которые, в принципе, разучаются постепенно эффективно работать с информацией, что в России массово происходит, и это касается даже пропагандистов, для таких людей это будет сложно. Иван, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что Иван Преображенский, кандидат политических наук, политолог, колумнист Deutsche Welle, был с нами на прямой связи.